Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. Америка обрала президента. Як результат виборів у США позначиться на Україні? Сьогодні будемо говорити разом з Юрієм Райхелем, політичний оглядач. Рада вітати вас у нашій студії. Ну, за зміною варти у Білому домі спостерігав увесь світ. Розвивалися події за досить драматичним сценарієм. Були і судові позови, і звинувачення протилежної сторони з боку Трампа, такі рятувальні заходи, якщо можна це так назвати. Як взагалі весь цей процес відбувався, розкажіть нам. Ну, дійсно, ці вибори принесли цілий ряд сенсацій, починаючи з того, що в них вперше за 120 років приймало участь таке велике кількість избирателей. Традиційно в президентських виборах приймає відносно небольшое кількість граждан, потому что в федеративном устройстве Соединенных Штатов, особенно в провинциальных городах и в штатах Среднего Запада и Юга, людей больше интересуют местные проблемы своего штата, своего округа и даже своих городов. Ну вот, например, в Соединенных Штатах так называемая двухканальная система налогов, где главные налоги и наиболее большие налоги платятся в штате. И, конечно, вопрос налогообложения интересует американцев гораздо больше, чем многие другие вопросы, а также там здравоохранение, образование, инфраструктура и так далее. И все это компетенция штатов и соответствующих местных органов власти. Внешняя политика американцев интересует в гораздо меньшей степени, и она практически никогда, ну, по крайней мере за последние 50 лет, она не являлась основополагающей в дискуссиях в период избирательной кампании. Тут надо еще заметить, что одновременно 3 ноября выбирался полный состав Палаты представителей Нижней Палаты Конгресса и треть Сената, Верхней Палаты Конгресса. И распределение голосов, особенно в Сенате, будет иметь достаточно большое значение, потому что в стране очень четко определена система противовесов и полномочий ветвей власти. И особенно Сенат имеет достаточно большие полномочия, в том числе и в области внешней политики. И вот тут вместе с выборами президента есть очень много вопросов. На сегодняшний день ситуация 48 на 48, а всего в Сенате 100 сенаторов, по 2 от каждого штата. И вот как сложится последние 2 голоса имеют довольно большое значение. Сумеют ли республиканцы сохранить контроль над Сенатом? В прошлом созыве у них было 52 сенатора-республиканца. Это тоже очень большой вопрос для новой администрации Байдена. Ну а теперь, о чем вы говорите, и что сейчас очень много обсуждается. Трамп не признает результата выборов. И, видимо, с сегодняшнего дня начнутся судебные иски и требования пересчета голосов. Надо сказать, что подобные иски уже пытались подавать в некоторых штатах, а юридическая технология там будет такая, что сначала нужно подать соответствующий суд округа, города, потом в Верховный суд штата, и только после вынесения соответствующего решения Верховным судом штата можно будет обращаться в Верховный суд Соединенных Штатов. И вот попытки затормозить пересчет голосов там и так далее, целый ряд был таких моментов, в частности в Пенсильвании, причем там подавались юристы Трампа подавали не на полный пересчет во всем штате голосов, а в отдельных округах. И они были отклонены судами, соответствующими судами, в частности в Пенсильвании, Висконсине и так далее.
Что из этого может выйти? Ну, скорее всего, можно будет добиться пересчета голосов в штатах, в частности, в Джорджии. Там по закону штата Джорджия, если результаты, разница в результатах менее 1%, то назначается пересчет. Будет ли это в Джорджии, не будет, пока не очень понятно. Там действительно результат Байдена и Трампа, они очень близки. В принципе, у Трампа не очень сильные позиции, потому что обвинять там соответствующие избирательные комиссии в там фальсификациях или там потворствование фальсификациям, не очень понятно почему, потому что эти же избирательные комиссии контролируют избрание соответствующих сенаторов и конгрессменов в Палату представителей. А в штатах, в которых Трамп предполагает фальсификации, как раз были выбраны сенаторы-республиканцы. И он по этому поводу же ничего не говорит. Странно было бы, чтобы одни и те же люди фальсифицировали результаты президентских выборов и не фальсифицировали результаты, там, допустим, выборов сената, сенаторов или там, конгрессменов. Ну и есть еще целый ряд юридических моментов, которые делают возможность пересчета относительно небольшой. Но даже если это и произойдет в 2-3 штатах, может, в 5, скорее всего, это не будет каким-то серьезным ударом по Байдену, потому что эти штаты делегируют на выборы выборщиков, количество выборщиков. 14 декабря должно состояться собрание выборщиков по Конституции. Относительно немного голосов, а запас у Байдена достаточно большой. Поэтому это затянет на определенное время результаты, объявление официальных результатов выборов, но относительно маловероятно, что Трампу удастся каким-то образом воспрепятствовать объявлению Байдена новым президентом Соединенных Штатов. У одному зі своїх інтерв'ю Байден визначив Росію як головну загрозу безпеці та союзам США. Чи є якісь прогнози на рахунок відносин Росії та США у разі от перемоги Байдена? Ну, тут, звісно, дуже багато питань, і контури зовнішньої політики нової адміністрації не ясні, потому что они во многом, и это американская традиция, они во многом будут определяться персоналиями, которые будут назначены в государство, в ведущие министерства Соединенных Штатов. Это Государственный департамент, Министерство обороны, Министерство финансов, Министерство энергетики и целый ряд других. Можно предполагать, что отношения с Россией не улучшатся, как минимум. С другой стороны, может быть, будет продление договора о ограничении стратегических наступательных вооружений, так называемый, с СНВ-3. Трамп не хотел его продлевать, а Байден высказывался, что можно было бы его и продлить, потому что это мало что меняет в системе стратегических вооружений. И в этом тут другой вопрос. В свое время демократы, при, кстати, поддержке республиканцев, внесли целый ряд законопроектов, некоторые из них утверждены уже Конгрессом, в частности, Сенатом, о довольно значительных санкциях против России, в частности, относительно российского государственного долга, там запрет от долларовых транзакций и так далее, так называемые санкции из ада. Администрация Трампа практически саботировала выполнение этих законов.
затягивала, ну, там был целый ряд, в общем, крючкотворством занималась. Будет ли администрация Байдена усиливать санкционное давление на Россию, несмотря на такую довольно агрессивную риторику Байдена, кандидата? Вопрос. Потому что здесь затягивается целый ряд, в узел целый ряд таких весьма противоречивых интересов в американских деловых кругах. Поэтому сейчас, еще раз говорю, что это будет очень сильно зависеть от того, кто станет государственным секретарем. Там есть разные кандидатуры, и некоторые из них довольно агрессивно настроены в отношении России. Что можно практически с уверенностью предполагать, так это продолжение давления на торможение строительства газопровода «Северный поток-2». Так же, как и Трамп, Байден к нему относится крайне негативно. Ну, а з приводу України, знову ж таки, був пост на Фейсбуці до Дня Незалежності України, у якому Байден написав, що у разі перемоги на виборах надасть Україні необхідну економічну та військову підтримку. Що чекати нам? Це буде дійсно так, і адміністрація Байдена буде продовжувати, може бути, навіть і усилювати в определеній степені воєнно-технічне співробітництво. В первую очередь это будет касаться поставок вооружений для украинской армии. Это обучение украинской армии, проведение совместных маневров, там, полеты американских стратегических бомбардировщиков через территорию Украины вблизи там, оккупированных территорий и Крыма, в том числе в акватории Черного моря, что вызывает очень нервную реакцию в России. Последний такой полет двух бомбардировщиков, которые развернулись в 40 километрах от административной границы с Крымом, вызвал просто истерику в российской прессе. Здесь, скорее всего, это будет действительно так, и следует ожидать дальнейшего усиления военно-технического сотрудничества Украины, с Украиной, Соединенных Штатов. Что ожидать украинской власти, это, конечно, очень сильного давления американской администрации на проведение реформирования страны, в частности, судебной реформы и целого ряда других. Об этом Байден неоднократно говорил, и здесь он будет занимать достаточно, ну, можно сказать, жесткую позицию, заставляя просто, как говорится, на веревке тянуть украинскую власть, чтобы она реформировала страну в широком смысле. Это судебная реформа, реформа прокуратуры, там, налоговых органов и так далее и тому подобное. Там целый ряд реформ. Следует ожидать, это непосредственно Украины не касается, но косвенно положительно на нас отразится в том смысле, что в отличие от Трампа, Байден вернет Соединенные Штаты в НАТО и активно будет играть в этом альянсе. И вот движение Украины в сторону НАТО, которое, ну, в общем-то, со стороны администрации Трампа вообще не встречало ни противодействия, но и никакой поддержки не было. Они как-то вообще относились индифферентно к этому. А вот администрация Байдена будет это поддерживать. Поэтому тут очень многое будет зависеть даже не столько от Вашингтона, сколько от Киева. Вот как Киев сумеет воспользоваться довольно хорошим, по крайней мере, на данный момент и в ближайшей перспективе, отношением американской администрации к нашей стране. Ми говорили про те, що ще у трьох штатах триває підрахунок голосів. Чи може це вплинути на зміну результату? Ні, скоріше всього, ні, тому що ці штати посилають не так багато виборщиків, а запас, кількість голосів виборщиків у Байдена достатньо велик по сравнению с Трампом, и даже если, там, допустим, ну,
количество выборщиков у Трампа увеличится там примерно на 30 человек, то это все равно, а у Байдена там уже больше 300, гораздо больше 300, то разница где-то в 30-40 голосов сохранится в самом неблагоприятном случае. Поэтому навряд ли это существенно что-то изменит, но с точки зрения вот... Тут очень сильно, можно сказать, будет зависеть от позиции руководства Республиканской партии в Соединенных Штатах. Потому что если они сумеют убедить Трампа, ведь проигрыш в судах со стороны Трампа будет бить по Республиканской партии, а им это не нужно. И вот есть уже, пишет американская пресса, хотя такая антитрамповская, пробайденовская, но тем не менее. Они пишут о том, что руководители Республиканской партии, они достаточно влиятельные люди, убеждают Трампа отказаться от подобного рода действий. И тут очень важно и очень характерно изменение позиции канала Fox News, который все годы, ну, как говорится, был пропагандистским каналом Трампа. Fox News начал сдвигаться, ну, не в пользу Байдена, но такая более центристская позиция. И это тоже в какой-то степени отражает общее изменение той части американского истеблишмента, который до этого безоглядно поддерживал Трампа. А чи можна взагалі сказати, що от які настрої американців? Чи можна сказати, що вони голосують не за Байдена, а проти Трампа? В какой-то степени это так. Более того, несколько необычным было то, что в некоторых штатах, вот в частности во Флориде, где социологические опросы предсказывали победу Байдена, тем не менее победил Трамп. Скорее всего, это связано с тем, что несколько преуменьшено или преуменьшено значение той консервативной части американского общества, которая всегда поддерживала такие, знаете, консервативные ценности, семейные, религиозные, и которые были категорически против вмешательства государства в экономику, и что поддерживал Трамп. Трамп был категорическим противником государственного регулирования, он уменьшал налоги, ну, федеральные, то, что было в его власти. И это импонировало значительной части американцев, особенно в таких консервативных штатах Среднего Запада и Юга. И они в этой ситуации, можно было говорить об определенной мобилизации этого электората, который посчитал, правильно или неправильно, это уже второй вопрос, некоторую угрозу консервативным ценностям, которые всегда отстаивала вот эта вот глубинная, или, как раньше говорили, одноэтажная Америка. Ну, сейчас одноэтажная Америка – это условное понятие, но тем не менее. И вот именно распределение этих голосов, вот обратить, если посмотреть на карту, то за Байдена голосовало восточное побережье, северо-восточное побережье. Это крупные города типа Нью-Йорк, Филадельфия, Чикаго, ну, Средний Запад, Чикаго, Иллинойси. Запад – это Калифорния с ее огромным экономическим потенциалом. Ее вот такая вот, там, это штат современных технологий, там, Кремниевая долина и так далее, то. А кто же голосовал за Байден, за Трампа? За Трампа голосовал фермерская полоса Соединенных Штатов, Средний Запад и Юг, в котором консервативные ценности всегда превалировали, ну, буквально со времен войны за независимость Соединенных Штатов. И именно эти консервативные ценности в середине XIX века толкнули страну на гражданскую войну севера против юга.
Що ж, я вам вдячна за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про те, як вибори в Америці, результати виборів вплинуть на стосунки Америки з Україною та на Україну в цілому. Говорив нам про це, розказував політичний оглядач Юрій Райхель. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!